Большой концерт организован Анапской общественной организацией греков Горгиппия во главе с председателем Андреем Папандополо. Теплые слова поздравления грекам от главы города-курорта Сергея Сергеева. Я хочу пожелать сегодня, чтобы праздничный день, сегодняшний праздничный день, принес вам в дом, в наш общий дом, на Крымский полуостров, мир и согласие. В каждую семью принес достаток, чтобы все мы были здоровы, чтобы счастье всегда улыбалось. Почетными грамотами главы города удостоились те, кто внес весомый вклад в развитие общины и села. Греческая диаспора в селе Витязево бережно хранит культурное наследие. Все патриоты своего города, своего села. И очень приятно было то, что сегодня меня награждали и не забыли про меня. Мы всегда очень рады, когда вот организовывает наше общество такие праздники. Мы всегда принимаем участие во всех греческих концертах. Всегда мы благодарим наше греческое общество Андрея Николаевича за то, что он нам дает возможность такую показать себя в нашей, то, что мы умеем, в нашу греческую историю. Праздничное мероприятие посетили генеральный консул Греции в Новороссийске Фрагистос Костеленос, председатель региональной национально-культурной автономии греков Крыма Таврида Янис Шонус, председатели греческих общин Краснодарского края. В концерте приняли участие творческие коллективы Витязева и приглашенные гости из Анапы. Зал восторженно встречал аплодисментами выступления вокалиста Талимаха Муратова и любимые греками танцевальные номера ансамблей «Горгиппия» и «Гелиос».